Всем привет! Вы на канале «Туда-обратно», и сегодня у нас второй выпуск из Лондона. И мы хотим уделить внимание ценам. Лондон – очень дорогой город, и к нему нужно подготовиться. Ну а мы постараемся вам с этим помочь. Если вы не смотрели наш первый выпуск про Лондон, то рекомендуем это сделать прямо сейчас. Мы рассказывали про топ-5 мест для фото в Instagram. Ссылочка в описании и вот тут справа вверху. Ну что, погнали считать деньги Лондона? Итак, первая трата, с которой вы столкнетесь, это будет билеты на самолет. Билеты на самолет стоили нам 12 тысяч. В целом, если постараться, можно найти и дешевле, потому что, допустим, из Питера до Лондона можно долететь вообще за 1000 рублей. И естественно, что сначала нужно будет сделать визу. Виза в Лондон делается легко, но стоит 26 тысяч на полгода. Это на двоих. Естественно, вам нужно где-то жить. Мы снимаем жилье через Hotels.com и Airbnb. Дороже всего цены на жилье в декабре и летом. В это время максимум туристов. Мы снимали за 10 тысяч ночь отель с завтраком. Квартира обойдется где-то от 7 тысяч за ночь, но еще нужно иметь в виду уборку. Ссылочки на эти сервисы мы оставили в описании. Сейчас мы зашли в магазин, но не для себя. Мы хотим купить что-нибудь для белочек, заодно рассказать вам о ценниках, которые здесь есть. Магазин. Вот на момент нашего приезда фуд стоит 82 рубля. Ну, собственно, считайте, да, тыквенные семечки, семечки обычные, подсолнечные, кедровые орехи. Ну, то есть выбор на самом деле вообще большой, но, конечно, ценники такие. Также у них, видите, распространена еда, которая уже готова, но, честно говоря, доверия больше намного, чем нашим салатам такого плана. Все выглядит намного более свежо и аппетитно. Фрукты смотрим. Апельсины. Двушка. Двушка за упаковку. В упаковке 5 фруктов. Малина. Авокадушки. Сегодня, кстати, смотрела, что если кушать авокадо каждый день, просто это будет гипер-мега польза. И оказывается, авокадо – это фрукт. И кто думал, что это овощ. Ну, конечно, не забываем про вино от 5 фунтов, пиво от 2 фунтов, мясо от 4, яйца, молоко, колбасы. Думаем, достаточно. Поверьте нам, супермаркеты ой как нужны. Цены в ресторанах очень высокие. Не успеете оглянуться, как за каждый поход оставите минимум от 5 до 7-8 тысяч рублей. Это за простенькое место. Не дешево, поэтому если вы бюджетный турист, скорее всего, вам придется питаться стритфудом либо в супермаркетах. Допустим, к примеру, если вы хотите бургер, то вот сзади цена умножайте. Ну, сейчас курс 82, это футы. Футы. Не знаю. Короче, вот, умножайте на 82. Даже бургеры обойдутся вам не так уж дешево. Мы, допустим, брали шаверму, которая, ну, вообще не очень вкусная. Вот, она стоила 500 рублей. И, как бы, ну, это в таком квартальчике еще. То есть это не у арабов набрали прям. Вот как у нас в метро, знаете, только без соуса. А если вы очень устали и вам нужно прибавить себе сил, пожалуйста, вот вам протеиновые боулы, протеиновые коктейльчики, кашки с чиа, с кокосовой стружечкой. Вон, к примеру, вот такой вариант. Поесть вообще. И это на улице, просто вагончик посреди площади. Рядом вот с таким автобусиком. Посмотреть, колоритненько покушать, насытиться и пойти дальше. Что касается цен на транспорт, проще всего купить вот такую вот карту, бустер. Она подходит на автобусы, на метро и на водные трамвайчики. Вы ее можете пополнять, то есть у нее есть разные режимы, как сказать, тарифы. У нее есть разные тарифы, один из которых плати как бы по мере необходимости. Вот. Или же можно, в принципе, вообще оплачивать, если у вас нет такой карты, можно оплатить обычный банк сразу же в автобусе. Вот. Но удобнее и дешевле покупать такие. Либо же, если, допустим, вы знаете, что вы будете передвигаться очень много в течение дня, то можно купить, ну, единый тариф на целый день. То есть один раз заплатили и все, и тогда это сколько вам угодно.
Дешевле брать абонемент на все виды транспорта. Проездной на один день или Day Travel Card продается в автоматах и кассах на всех станциях метро за 12-17 фунтов. Такси. Посадка в машину обойдется в 5 фунтов. За каждый километр пути платят по 3 фунта. На месте такси ждет пассажира за 40 фунтов в час. Из аэропорта Хитроу в центр города довозят за 65 фунтов, а по Лондону за 11-17 фунтов. Самые низкие цены на аренду машины в Лондоне в 2020 году предлагают прокатные конторы, которые находятся в аэропорту Хитроу. Автомобиль Ford Fiesta или аналог без навигатора на неделю обойдется в 60 фунтов, а BMW 5 серии в 400 фунтов. Не забывайте про страховки. Цена 1 литра бензина 1,3 фунта. Маленькая хитрость от нас – не нужно брать двухэтажный туристический автобус. Стоит он дорого, а покататься на втором этаже вы можете в обычных городских автобусах. Они ходят практически по всему центру Лондона. Если вам хочется больше движухи, то тогда останавливайтесь в Лондоне где-нибудь поблизости Brick Lane. Это название улицы. Здесь повсюду идет... О, ничего себе. Здесь очень много людей, именно молодежки, очень много всяких модников, куча магазинов, куча стритфуда. Я думаю, ночная жизнь здесь вообще просто кишит. Поэтому советую вот такой. Останавливаемся здесь, сейчас покажу, что здесь. Марк, я тебе сейчас просто пойдем со мной, я отведу тебя в твой рай. Мой рай? Да, просто смотрите на лицо этого человека, когда он увидит это. Та-дам! Сосисочки! Вот цена. Ну, я бы походила, посмотрела, что здесь еще есть. Сосиска огромная. А если вы решили приехать в Лондон на подольше, и вам понадобятся шмоточки для переодежки, к примеру, футболочка будет 28 фута. Обычная белая хлопковая футболка. Джемпер 70 футов. Джинсовка, хаки 8 тысяч. Тысяч. Рубашка. Ну, короче, в целом ясненько. Стиль вот такой. Стиль Лондон. Стиль дорого. 168. 138 за кеды. Получается почти 15 тысяч, да? В целом, наши советы на то, как сэкономить в Лондоне. Билеты на самолет покупайте минимум за месяц. Жилье снимайте с кухней. Еду покупайте в супермаркетах. Покупайте дневные абонементы на транспорт. Больше гуляйте пешком. В Лондоне много парков с белочками, попугаями и другой живностью. Около 200 бесплатных музеев. А для платных купите карту London Pass. По ней можно посетить 55 музеев без очереди. И, конечно, подписывайся на наш канал. Тут мы рассказываем, как и за сколько можно путешествовать по всему миру. Всем пока!